Я, например, бывшего губернатора Кировской области, господина Белых, много лет знаю. Еще когда он был всего лишь средней руки бизнесменом. И когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться, он взяток не брал, не такой человек. Это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Но это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решение суда, дождаться этого решения.